Обмен опытом с пользой для здоровья. В Мурманске открылся второй медицинский конгресс «Северное сияние». Два дня медики города и области будут обмениваться профессиональным опытом. В программе конгресса запланировано выступление представителей общеобразовательных учреждений и научно-исследовательских институтов Москвы и Санкт-Петербурга. Они прочтут лекции по актуальным проблемам в области диабетологии, пульмонологии и педиатрии. Речь идет, в принципе, и о новых технологиях, и о новых медицинских препаратах, и о результатах рандомизированных, то есть крупных исследований, позволяющих сделать обоснованный вывод об эффективности той или иной методики. Ну а кроме того, кроме выступлений, планируются еще и секционные заседания и живые дискуссии. То есть наши врачи, практики будут иметь возможность из первых уст получить ответы на интересующие их вопросы. Вот в этом именно ценность этого мероприятия заключается.